Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И знаете, вот то явление, которое вы описываете, объясняется достаточно просто. Неумением человека устанавливать свои личные границы. То есть помогать людям, в общем-то, можно и нужно. Это хорошо, это нормально помогать людям, вот, и делать что-то для них. Но при этом необходимо четко понимать, что должны быть границы, личные границы человека. Без личных границ, без определения того, что можно в отношении вас, ну, например, того, что нельзя в отношении вас, без правил каких-то, ну, по отношению вот к себе. Без этих правил человек, по сути дела, становится в позиции жертвы. И вы, получается, именно такой жертвой стали. То есть, знаете, вы вроде бы помогаете людям. Да, вы помогаете людям. Все хорошо, все здорово. Но помогая людям, нельзя забывать и о себе. Если люди вас используют, если люди, ну, позволяют себе вас использовать, значит, очевидно, что они ваши границы нарушают. А нарушение ваших границ связано только с тем, что вы сами эти границы не соблюдаете. И таким образом люди просто-напросто, возможно, даже и не знают о том, что, наносит вам вред какой-то, понимаете? Потому что, например, вы не говорите. Потому что, например, вы изначально себя так позиционируете, что, ну, с вами можно так. Ну, определенным образом с вами можно. Понимаете? Вот можно и всего тут. А это же не так, как мы с вами убедились. Поэтому, если вы помогаете, если вы добрые, если вы как бы настроены позитивно по отношению к людям, то нельзя это делать бесконтрольно. Нельзя. Нужно, чтобы личные границы были у вас. Понимаете? И тогда люди не будут так к вам относиться. Ну или иными словами, если говорить, то, значит, не будут отвечать неуважением, злобой, предательством и так далее. Потому что подобным образом можно ответить только тому, ну, с определенным эффектом, кто не уважает себя сам. Вот. То есть это вопрос личных границ. Вот вы говорите, что в итоге поняла, что лучше быть грубой эгоисткой с людьми. Я видела, когда так поступают с людьми.
Как это объясняется? Ну вот, смотрите. Человек, допустим, пытается, значит, помочь. Он помогает. Он помогает. И человек видит, что ему помогают. Да, человек как бы, ну, чувствует, что ему помогают. Очень важно, вот очень важно, чтобы эта помощь была дозированной. Понимаете? Чтобы она не была бесконтрольной именно с вашей стороны. И все, по большому счету. И все. И если ваша помощь будет в некоторой степени дозированной, если ваша помощь будет с достоинством оказана, да? То есть я имею в виду, ну, с достоинством, в каком смысле слова достоинство, то есть вот, чтобы люди видели, что вы помогаете, да, но вы это делаете не потому, что им это нужно, не потому, что вы для них это стараетесь, а делаете, как бы это, ну, что вам так хочется. Вы захотели, вы помогли, вы не преследуете какой-то цели, вы не впадаете в зависимость от людей, понимаете? Вот. И самое, что интересно, что вы не ожидаете чего. Ведь вы говорите о чем? Об обиде. Да? Вы говорите, что вот я там, грубо говоря, постаралась, да, людям помочь, постаралась что-то сделать, ну, для них, для людей. А, вот, да. А они ко мне отнеслись, ну, вот, как-то очень негативно, да? Ну и вот, собственно говоря, момент здесь заключается в том, что вы, видимо, не смогли показать людям в достаточной степени, что для вас, что именно для вас означает эта помощь. Может быть, для чего вы помогаете, может быть, что вы хотите, ну, через вот помощь людям показать. И завышенные ожидания у вас дают о себе знать, как раз таки. Понимаете? Завышенные ожидания, надежды какие-то. Вот. И вот это вот и заставляет причину того, что вы в итоге стали грубой эгоисткой, как вы говорите. Потому что грубый эгоист — это что? Что это такое? Это по большому счету, я не думаю, что вы будете спорить со мной, а это защитная реакция. Ваше поведение — это защитная реакция. По большому счету. Понимаете? Вот. И если это защитная реакция у вас, если это действительно защитная реакция, вы себя защищаете. Вопрос в том, от чего. Вот конкретно от чего вы себя защищаете. Понимаете? Да вот и все. Да вот и все. Нужно просто постараться понять,
чем именно вы пытаетесь себя защитить? Вот вы, например, допустим, помогаете людям, да, вот вы помогаете людям. Для чего? Чтобы что делать? Ну, с какой целью людям помогаете? Ну, наверное же, чего-то хотите, правильно? Наверное же, чего-то ожидаете от них, ну, взамен, например, и так далее. Вот. Вот и момент. Это момент. Чего вы ожидаете? Людям нельзя помогать, ожидая чего-либо. Нельзя. Это невозможно. Если вы помогаете людям, ожидая чего-то и пытаясь что-то от них там получить, например, или пытаясь просто что-то, ну, о себе как-то лучше думать, например, да, то вот люди вас будут допускать. В общем, это защита. То есть у вас это защита, то, что с вами происходит, это нарушение личной границы. Вот. Люди вас задевают, потому что вы допускаете их чересчур далеко к себе. Чересчур глубоко допускаете. Слишком близко допускаете себя. К себе люди, людей. Вот. Вот вы говорите, что заботиться об окружающих, старается. Человек лучше себя ведет, чем лучше человек себя ведет, старается заботиться об окружающих. Вот лучше человек себя ведет для чего? Старается заботиться об окружающих. Зачем? Любит их искренне. Что значит любит их искренне? Нельзя любить людей всех. Нельзя. И чтобы любить, нужны некоторые условия для этого, для любви. Нужны некоторые условия, понимаете? Вот. Нельзя любить людей просто так. Это невозможно, понимаете? Поэтому любит людей искренне, как вы говорите. Ну, здесь явно что-то не так. Здесь явно есть какая-то потребность. Немножко другая потребность. О. Я не скажу, конечно, какая именно потребность, но то, что она есть, это очевидно. Потому что в противном случае, если бы любовь выражалась, ну, сперва, вот, если бы любовь выражалась естественным путем, то не было бы никаких проблем у вас. И не было бы никаких проблем у вас ну, со взаимодействием с людьми. Они бы могли как угодно с вами взаимодействовать, они могли бы как угодно бы к вам относиться. Все это было бы не важно для вас, потому что, как бы, вы знаете, для чего это делаете. Как вам правильно сказала моя коллега, что люди не понимают, для чего они это делают. Люди не понимают, для чего они это делают. Вот. Они помогают для себя. Ну, в какой-то степени. Они помогают именно для себя, не для других. Они это делают. Потому что если вы помогаете чем-то людям, то если именно помогаете, то делать это нужно для других. Если вы, ну, если вы оказываете помощь, а если вы что-то делаете, если вы совершаете какой-то поступок, то делать это нужно потому, что вы считаете это правильным сами. И тогда вам все равно,
кто как воспримет ваше поведение. Понимаете, в чем дело? Ну, вот яркий пример приведу вам. Допустим, я вам сейчас помогаю. Ну, допустим. И допустим, что вам мой ответ не понравился. Ну, просто вот не понравился и все. То есть, ну, вот, посчитали вы, что он плохой, например. И вы решили меня об этом поставить в известность. То есть сказать просто, что как бы, Андрей, вы очень плохо там, мне ответили, например. И я, вот следуя вашей логике, должен буду насчет обидеться, стать злым и так далее. Разве это правильно? Подумайте. Разве правильно из-за реакции другого человека менять свою позицию? Если вы поменялись, значит, это была не ваша позиция. Значит, все, что вы описываете, все то, как вы себя вели, было ширмой для того, чтобы добиться чего-то, что нужно вам. Вы не добились, вы как бы разочаровались, и вы стали другой. И вы стали другой, вот и все. Получается, что вы были неискренни сами с собой. Понимаете? Ведь если бы вы были искренни сами с собой, честны сами с собой, то реакция людей для вас была бы не важна. Абсолютно. Абсолютно. Вам было бы плевать на них, на людей, на этих, которые как угодно реагируют, как угодно воспринимают, у которых смеются, отвечают неуважением, злобой, грубя, потому что не верят. Не верят, что этот человек делает это действительно ради них. И вы же понимаете, что они в некоторой степени правы. Вы это не ради них делаете, ради себя. И возникает тогда вопрос, а кому обижаться-то надо? Вам или им? Это я уже молчу о том, что люди, которые отвечают неуважением, они, ну, как правило, направляют это неуважение не на конкретного человека, то есть не на вас, например, а они направляют это неуважение просто на людей, потому что у них есть негатив, и они не умеют этот негатив как-то реализовывать. Но вы-то почему-то, вы и другие люди, вы думаете, что дело в вас. Знаете, в чем дело? Вы думаете, что дело в вас. Вы думаете, что дело именно в вашей личности, именно в вашем поведении. Дело в том, что то, что люди реагируют вот так, это их защитная реакция. Вы пробиваете их защиту. Вы говорите мне, мир не такой, как вы думаете. Вот это вот злые, там, какие, предатели, грубые и так далее. Да? Вы не такие, говорите им вы. Мир другой. Они говорят, нет, мы не верим. Мы привыкли жить в таком мире, нам тяжело, мы боимся. И боясь, они реагируют так. И вам, вместо того, чтобы научить их, показать им, убедить, вам легче стать такой же, как они. Ну или таким же, как они, такой же. Это вот такой же.
Вам лучше стать такой же, как они. Ну, это ваше право. Это ваше право. Это ваш выбор. Только тогда вопрос возникает. А ради чего? Ради чего вы тогда этот вопрос задавали? Почему вы говорите с негативом о таких людях, которые вот отвечают неуважением и злобой? Если вы стали сами грубой эгоисткой, то есть ничем не отличаетесь от них, вам тогда не хаять этих людей надо, а наоборот, говорить, что это нормальная, нормальная модель поведения, адекватная, жизнеспособная и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.